Компания Lamborghini объявила о приеме заказов на гоночную модификацию нового поколения гоночного болида Lamborghini GT3 Evo, которая была создана совместно со специалистами тюнингового ателье Dallara. В отличие от предыдущей версии, новым GT3 итальянцы уделили особое внимание аэродинамическим характеристикам кузова. В частности, у суперкара изменилась форма переднего сплиттера, иной профиль приобрел капот, изготовленный, кстати, из легкого и прочного углепластика. На корме появилось огромное антикрыло, а в нижнем диффузоре инженеры изменили профиль и форму плавников. С точки зрения инжиниринга в новом GT3 также произошли заметные изменения. Инженеры Lamborghini перенастроили кинематику передней подвески, обновили ступицы, подшипники и установили новый регулируемый амортизатор. Кроме того, от модели Huracan Super Trophy GT3 получила электрогидравлический усилитель руля и новую антиблокировочную систему. Двигатель GT3 также получил от Huracan объем 5,2 литра, но с измененными характеристиками, о которых итальянцы ничего не сообщают. Мировой дебют Lamborghini GT3 Evo на гоночном треке состоится в Америке в январе будущего года на гонках 24 часа Дейтона.